Привет всем! Сейчас специально для канала «Все о стиральных машинах и бытовой технике» я расскажу вам о производителе холодильников «Позис», где их собирают и производят. «Позис» – это российская торговая марка, которая акцентирует свое внимание именно на производстве холодильников, морозильных камер и холодильного профессионального оборудования. И, конечно же, эта марка очень популярна уже многие-многие годы. Популярна она не только по производству холодильников, которые можно найти в обычных магазинах, которые покупают обычные семьи для своего дома, но также очень многие магазины, медицинские учреждения, отели, гостиницы закупают холодильники и профессиональное холодильное оборудование для своих предприятий. И, конечно же, закупают они их не просто так, а потому что «Позис» — это очень надежно, это очень качественная компания, которая максимально строго следит за своим производством. И, конечно же, на протяжении многих лет совершенствует модели своих холодильников, применяя только инновационные технологии. И хочется отметить то, что «Позис» уже очень давно отказались от каких-то устаревших материалов, каких-то устаревших технологий, а используют только современные разработки. И даже лампочки светодиодные, которые есть в холодильнике, они уже давно имеют экономичный режим. И вот из таких мелочей складывается очень приятная картинка. И, конечно же, покупатели максимально довольны своим выбором. Тем более стоит отметить то, что как холодильники, так и морозильные камеры «Позис» предлагаются по сравнительно низким ценам. Причем за такое качество это очень-очень приемлемая цена, которую могут себе позволить многие семьи, скажем так, со средним достатком. Что касается страны-производителя, страна-производитель — Россия. Что же касается страны сборки, то тоже производятся все холодильники, все оборудование только на территории России. Это наши холодильники. Так что, приобретая холодильники «Позис», отечественное производство, вы покупаете за очень приемлемую цену очень качественный холодильник с большим количеством различных функций и с применением новых технологий. Это видео было снято специально для канала «Все о стиральных машинах и бытовой технике». Если оно вам оказалось полезным, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и всем пока!